Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Я готовлю пышный бисквит без духовки. Такой способ помогает экономить время. Если у вас нет духовки, но вы хотите торт, можно придумать разные варианты. Кто-то выбирает рецепты без выпечки, другие же выкручиваются при помощи плиты. Этот рецепт бисквита помогает получить любимую выпечку ничем не хуже той, что приготовлена в духовке. Делюсь секретом. Для приготовления нужно взять следующие ингредиенты. 6 яиц, лучше чтобы они были холодными. Стакан сахара, такое же количество муки, которую нужно просеять заранее, и пару столовых ложек растительного масла. Для начала делим яйца на белки и желтки. Первые отправляем в емкость и добавляем сахар. Взбиваем массу при помощи миксера. Она должна превратиться в пену. После этого по одному добавляем желтки. Далее вводим муку и вымешиваем тесто. Кастрюлю смазываем маслом и выкладываем в нее тесто. Накрываем крышкой очень плотно. А теперь основной секрет. Крышку кастрюли обвязываем кухонным полотенцем. Оно будет впитывать влагу, которая мешает созданию нужного бисквита. Ставим кастрюлю с тестом на маленький огонь. Лучше установить рассекатель. Готовим бисквит около часа, проверяя готовность при помощи зубочистки. Затем даем ему остыть, а после режем на коржи, которые используем как основу для торта с кремом. Можно просто украсить любым кремом или сиропом, добавить тертые орешки и свежие ягоды. А какие подобные интересные рецепты можете посоветовать вы? Поделитесь с нами в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.